Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чиновский, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Super Mechs. Друзья, сегодня, как обычно, ролик необычный, потому что вы набрали 350 лайков на предыдущем ролике, и сегодня я буду открывать лутбоксы, да-да-да, дорогие друзья, буду обязательно. Ну и, конечно же, напоминаю вам, что 200 лайков это выход следующей серии, поэтому не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ну и, конечно же, оставлять комментарии. Топ-комментарий из предыдущего ролика сейчас у вас на экранах. Оставляйте комментарии, участвуйте в следующем ролике. Все как обычно. Ну что, друзья, не зря тут у нас распродажа висит. Смотрите, ровно 19 минут осталось. Я прям под конец, прям ровненько, ровнёхенько записываю это видео, потому что у нас тут премиум боксы стоят на 20% меньше. Это, конечно же, офигенно. Плюс у меня есть еще кое-что для вас показать. В общем, как обычно, у нас сегодня здесь дел по горло. Начнем мы, наверное, с самого простого. На рейд сходим. У меня тут второй уровень рейда, то есть, ну, как бы здесь вообще делать особо нечего, чисто так. Чисто, ну, как бы для приличия надо поучаствовать, чтобы потом получить денежки. В общем, так, я думаю, вы сами все понимаете. Реально, я думаю, что понимаете. Так, единичку урона он мне наносит. Это абсолютно нормально. Единичку урона меня вообще не страшит. Если честно, вот раньше в первые рейды я старался получать вообще 0 урона. Ну, то есть вы, наверное, помните, я там старался как-то обходить их выстрелы, там как-то пытаться задоджить. Ну, в общем-то, сейчас я этим не занимаюсь, потому что понимаю, что в принципе, ну, награда не сильно изменится. Кстати, смотрите, какой красивый задник. Я не помню, раньше он был или нет. Слушайте, очень красивый, мне очень нравится. Так что, я думаю, что в любом случае награду мы получим хорошую, так что особо не парюсь. Так, так, отлично. 211 урон наносит. Кстати говоря, удивительно, что вот эта пушка, которая аннигиляция, наносит больше урона, хотя она легендарна, чем мой супер прокачанный Bright Roar. Я, конечно, свой меч люблю, и вы сами видите, я с ним до сих пор не расстаюсь, но, блин, обидно немножко. Хотелось бы, чтобы меч тоже наносил прилично урона. Ну, да ладно, ничего страшного, я думаю, что мы и так с вами 5 урона получили, кстати, всего лишь за весь рейд. Не то чтобы сильно мало, но вполне сойдет, я думаю, вполне сойдет. На втором у нас, кстати, а сколько максимум? 3, да? Ну, то есть один уровень я сейчас пропускаю, в этом проблемы никакой нет, потому что 6 уровень я пока что рейда еще ни разу не проходил, честно вам скажу. Так, что я хотел сделать? Ребят, давайте, наверное, сначала получим бесплатные ящички, то есть самые базовые вещи получим. Сегодня будем прокачиваться, надеюсь, что все-таки что-то у меня получится прокачать в идеале, в самом идеале. Я бы сегодня прокачал аннигиляцию. Ребят, вот это была бы просто серия топовая, если еще кроме того, чтобы открыть вот несколько лутбоксов, получится прокачать аннигиляцию, я буду супер доволен, супер рад, ну, естественно, надеюсь, что... Хотя вряд ли, конечно, там много легендарок надо, но если сейчас выпадут легендарки, то, в принципе, можно, почему бы и нет. Так, здесь мы с этим разобрались, ребят, давайте теперь клан фуилбокс, но здесь будет эта штучка для прокачки, кстати говоря, раньше я такого не видел, энергия падает, нормас. Премиум бокс открываем, здесь у нас... Здесь у нас, как обычно, просто эпик. Ну, ладно, ничего страшного. Ну и... Перед тем, как начать самое интересное, давайте еще что-нибудь сделаем. Ребят, ну, мне нравится вас немножко так дразнить чуть-чуть. Что мы можем сделать сейчас? Давайте сходим, наверное, в компанию. Выполним какую-нибудь миссию. Я думаю, что можно... Хотя, пофиг. Пофиг, мне уже самому интересно, не могу терпеть. Давайте, премиум пак, дорогие друзья. Давайте прям, держите за меня кулачки, крестики, там все остальное. 268 токенов. Отдаю, скрипя сердцем. Поехали. Так... 5 эпиков, ну да ладно, ну чё за жесть вообще, 5 эпиков, ни одной леги, ну что, еще разок, ребят, ну давайте, скажите честно, еще разок, конечно же, еще разок, давайте жмяку, 268 токенов отдаю, огромная сумма, огромная, надеюсь, хоть одна лега будет, ну же, ну же, обалдеть! Что я могу сказать, ребят? Я расстроился в предыдущий раз, но в этот раз... Смотрите, как они блестят. Это просто удовольствие. Что у нас здесь? Заркарес сразу, наверное, буду отдавать. Он мне вообще не нужен. Хотя, это случайно не этот прокачанный? Бруталити, Зарка... Не, наверное, все-таки нет. Здесь Тифон. Я его тоже отдам, скорее всего. И Шокинг Грэплинг Хук. Вот это да! Ну-ка, ребят, у меня, по-моему... Да, у меня же обычно... Слушайте, ну тогда я считаю, что вот это... Ну-ка, сколько здесь? Энергоурон, 52-67. Мне, по сути, этот грэплинг-хук не особо-то нужен, честно скажу. Но я хочу, чтобы у меня был самый топовый робот, поэтому я его поставлю. Честно, ребят, хочу, чтобы у меня был самый топовый, поэтому грэплинг-хук легендарный. Тем более, которому можно прокачать до мифика. Я себе ставлю 100%. Так, ну что, давайте сходим в улучшение, посмотрим, что у нас здесь есть. По большому счету, если сейчас получится прокачать хотя бы вот эти...
эти вот темы, давайте сейчас попробуем. 21, у меня тут есть другого уровня еще? Давайте сейчас глянем, надеюсь, что получится, может быть, действительно. А, 25-го есть, давайте тогда 25-й получим, попробуем прокачать. Я сейчас хочу прокачать аннигиляцию, ребят. Вот вы как хотите, ну, мне правда очень хочется вас порадовать, показать вам реально крутое видео с аннигиляцией, я думаю, это будет вообще очень круто. Так, уже 26-го уровня, это хорошо. Давайте здесь все тоже отдаем. 27-й уровень, осталось чуть-чуть. Так, это отдаем, это тоже. 28-й. Так, я даже отдам вот эти вот. Ну, давайте лучше попроще те, которые пока сначала отдадим. Так, осталось чуть-чуть. 29 уровень. Ну, давайте, ребят, ну, давайте. Блин, чуть-чуть осталось. Один, наверное, надо, да? Так, а может быть, можно даже убрать один? Давайте попробуем. Нет, нельзя. Ладно, пофигу, отдаю. Ну что, Хистерия у нас прокачана сейчас до максимального уровня, и осталось только сделать трансформацию. Мы должны отдать самые такие ненужные вещи на нее. Слушайте, ну самые ненужные — это те, которые нельзя вкачать на мифик. Это самое. Вот это мне вообще не нужно. Эти нужны. Ну, не то, что нужны, но их можно прокачать до леги, а значит, они могут быть полезны. Это отдаем вообще без проблем. Так, ну все. 50 тысяч. Отдаю. И у нас легендарная Хистерия. Е-бой! Ну чё, ребят, смотрим? Смотрим и наслаждаемся, я так думаю, да? Так, что у меня здесь... А, вот, вот это вообще можно отдать вообще без проблем. Хистерию тоже, конечно, отдаю. Сэвэджери, мне говорили, что Сэвэджери может быть полезной, поэтому... А, нет, Абоминейшн мне говорили, кажется, может... Свуп отдаем, наверное. Деворинг Поуз. Фух, осталось только выбрать, что отдать, ребята. Осталось только выбрать. Сэвэджери... Заркарес какой-то. Слушайте, а насколько он вообще хорош? Давайте посмотрим. 96 энергии, 168 тепло, 10, 15, 10. Да не особо-то, если честно. Так сделаем. Ребята, готовы? Аннигиляция. Трансформацию! Пам-пара-па-пам! Есть! Мифик. Аннигиляция мифическая. Ребят, я ждал этого. Видео уже просто изумительно. Я уже невероятно доволен. Наш робот стал только что еще круче. Конечно же, сейчас затестим. Очень мне интересно, как аннигиляция новая себя покажет. Я надеюсь, что покажет она топовым образом. И посмотрим, конечно, что мы сможем, как мы сможем вытащить и затащить эти катки с новой аннигиляцией. Я надеюсь, она будет наносить реально круто урона. Так, 1209. Слушайте, ну он так прям стоит, прям напрашивается. Ну вот честно напрашивается. Поехали. 190, слушайте. А раньше она столько наносила? По-моему, блин, наносила больше 200, нет? Чё-то пока не понял. Ладно. Может быть, конечно, она на начальном уровне сейчас мифическом, и надо ее немножечко еще прокачать. Но это я уже буду делать вне серии, конечно, потому что для этого нужно больше оборудования, для того, чтобы можно было влить в нее. Но посмотрим. В принципе, следующий ход — это, очевидно, дрончик плюс еще одна аннигиляция, либо Найтфол, если он меня откинет. Он, скорее всего, откинет. Поэтому, да. Угу, окей, это не вопрос, это не проблема. Сразу используем аннигиляцию. Блин, у меня не так уж много. Ну ладно, давайте попробуем. Можно было, конечно, аннигиляцию еще раз заюзать, потому что у меня бы энергии больше восстановилось. Кстати говоря, ход-то ему. Вот, все, спасибо. Спасибо, 300 энергии, кстати. Блин, вообще. Я так кайфую, ребят, вот честно. Так мало надо для счастья. Всего лишь прокачать мифика. Вот, вот, это уже другое дело. Это мне уже нравится. 271 за один раз. Кайф. Просто я доволен. Ну давайте теперь просто прыгаем. Спокойненько затащили. Ну, конечно, не то чтобы прям спокойненько, но у меня осталось половина еще хпшки, поэтому, в принципе, норм, сойдет. Так, ну, что, ребят, 9 уровень, мы будем, наверное, топить. Может быть, даже я успею дойти до 8 уровня на этот раз. По-моему, 8 я еще ни разу не брал. 8 для... Блин, у него тоже прокачана аннигиляция, ребят. Но смотрите, у него я стою сейчас на уровне Найтфола. Поэтому я включаю сейчас дрона спокойно. Да, привет, дружище. Welcome, добро пожаловать. Сейчас будем пытаться тебя разносить. Так, а он решил с Найтфола пойти просто в сухую, да? Давайте тогда сделаем вот так. И сейчас я попробую его вообще немножечко так обескуражить. Смотрите, мы сейчас отойдем на расстояние. Ему придется подъехать поближе для того, чтобы... А, вау, у него есть еще эта пушка. Ребят, ну походу тут ГГшка. Я что-то как-то не подумал, то, что тут есть вот эта тема. И она, я так понимаю, да, она безсрочная, так сказать. Блин, ну тут я уже ничего не могу сделать. Тут можно сдаваться. Но поскольку Чинаски не сдается, мы, конечно... Ну, да, у него хорошая сборочка. Вот эта тема очень хорошо помогает для того, чтобы приблизить соперника. Ну, тут я вряд ли что-то мог сделать. Потеряли звезду. Не монтирую, ребят. Показываю, что да, иногда Чинаски тоже проигрывает. В этом нет ничего просто, как бы, постыдного или плохого.
Ребята, решил сделать еще один такой неожиданный ход, я бы сказал. Я пропустил очень много звездочек. Как видите, я все-таки дошел до предпоследней. Прошло очень много времени, и это мой финальный босс. Я реально много проигрывал, много выигрывал. Я решил все это вырезать, потому что, кстати говоря, походу... Ух, нифига себе! Привет из прошлого, Кинг Словак! Нифига, давненько я не видел патроны, ракеты, и это все. Жесть. Ребят, я в шоке. Ну, это прикольно, это прикольно. Если кто не понял, я поясню, это... Еще до обновления были такие пушки, до обновления были такая броня была. Кстати, она была достаточно популярная, как бы очень даже популярная, несмотря на то, что она минусового сопротивления, она была очень хороша. Так, ну давайте как-нибудь красиво его так с меча, долбанем на 197. Жесть, если это финальный босс, то это очень красиво, но очень странно. Но мне нравится, мне нравится. Конечно, добиваем его, проблем вообще никаких не было. Ну, что это такое, два раза меня наградили за него. Последний босс, похоже, еще предстоит. Еще одну звездочку надо выиграть, я почему-то думал, что мне две дадут, потому что я там несколько боев подряд выиграл. Ну, надеюсь, что будет победа. Ребят, я очень долго сейчас играл, реально, вы там можете видеть, что уже пропала акция-то за токены, потому что играл я, наверное, часа полтора. То есть у меня то вниз уходило, то вверх уходила статистика. Ну, как видите, общая статистика положительная. То есть если стараться, если играть, то шансы на победу весьма высоки. Так, этот... Ой, блин, как же я ненавижу этих дронов. Вы б только знали, ребят. Вы б только знали. Вообще их просто терпеть не могу. Так, ну как мы сделаем, наверное? Мы, наверное, сделаем вот так вот. Я вот пока играл, я реально очень многое понял. Это реально очень важно. Тут очень многое зависит от тактики. Если ты все делаешь тактически верно, то у тебя есть очень хорошие шансы на победу. Если ты где-то по тактике проигрываешь, то, ну, прости, братан, тогда у тебя шансов мало. Видите, то есть он жестко меня перегружает. Ну, шансов вообще никаких. Вы не поверите, ребята, сколько времени у меня это заняло. Я, наверное, за всю жизнь столько не играл в Супер Мех, сколько сегодня. Посмотрите, посмотрите, 62 победы. И это, по сути, все за один... Короче говоря, я надеюсь, что сейчас последнего босса мы одолеем. Если нет, у меня просто бомбанет. Я до него опять шел просто дофигища времени. Но надеюсь, что наш финал босс будет милостив к нам. Так, это танк, сразу видно. Так, ну слушайте, кстати... Спасибо тебе, спасибо, я не знаю, кто ты, давайте поздороваемся с ним. Спасибо! Как же я рад, как же я рад! Да, он такой, ну это было неплохо. Блин, ребят, я столько времени сегодня потратил, наверное, реально несколько часов сидел. Фух, это была сложная серия, очень насыщенная получилась, и она очень крутая. Восьмой ранг, давайте мне восьмой ранг, быстро! Так, и вот он. Фух, это было жестко, ребята. Это было жестко. Ну, что я могу сказать? Вот у нас, собственно говоря, наши достижения. Вот мы их получаем. Естественно, что чемпион я тоже получу сейчас. Ну, давайте, можно прямо сейчас, в принципе, получить. Почему бы и нет? Чтобы вот эти 10 токенов для нас стали еще одной наградой. Еще одним доказательством того, насколько мы крутые. Давайте вот, не знаю, какой-нибудь этот на нормальном сложности быстро я сейчас пройдем. Даже включу, наверное, автобой, потому что, ну, сейчас не хочу я уже заморачиваться. Хочется реально поскорее пройти-то. Ох, я от Супер Мехс реально даже подустал немножко, ребят. Следующая серия, конечно же, будет все равно. Как бы я свое обещание всегда держу. 200 лайков это следующая серия. Но, как бы, блин, буду записывать я ее с трудом, потому что это очень жестко. Фух, я доволен. Я доволен, дорогие друзья. Ну все, тут осталось, в принципе, выиграть всего 4 битвы. Я думаю, это очень быстро все произойдет. Ну и на самом деле на следующую серию у меня, конечно же, тоже будут планы. Мы с вами прокачали аннигиляцию, то есть по большому счету мы с вами все больше и больше состоим из мификов. У нас с вами аннигиляция мифическая, мифический торс и мифический меч. По-хорошему мне бы еще прокачать... На самом деле у меня есть некоторые желания, знаете, купить вот эти пушки голубые и красные, которые делают жесткий перегрев и делают жесткий электрический... Вот этот... Брейк, или как он называется. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. То есть пушки, которые делают таким образом, что выжигают либо энергию, либо тепло. Это очень крутые пушки. Мне, конечно, очень хочется их прокачать до мифика, чтобы просто выжигать врагов, можно так сказать. Но, ребят, напишите в комментариях, что вы думаете. Это просто надо всего робота, считай, перестраивать под... Ну, типа, делать чисто его электрическим. То есть нужно будет купить вот этот либо огнемет, либо электрическую штуку, которая в ближнем бою это делает, сжигает. Плюс вот эти вот штуковины квадратные, вот такие прямоугольные надо купить, которые, собственно, вот этот весь основной урон и наносят. Плюс надо будет обязательно дрончика этого прокачивать, который
шарами этими пуляется, ну вы поняли, о чем я. Так, стоп, нам в эту сторону, сюда не хочу идти. Поэтому, ну, надо подумать, но в принципе эта штуковина очень мощная, то есть я вот сколько сегодня сражался, я очень много врагов видел именно, которые сражаются этими двумя вещами, то есть которые чисто перегревают и чисто снимают энергию. Поэтому, ой, сори. Поэтому есть у меня такая, конечно, такое желание небольшое, но с другой стороны я уже вкачал аннигиляцию, я вкачал Nightfall сильно. Стоит ли это делать? Сложно сказать, пока точно сказать не могу, ребят. Ну что, давайте, наверное, завершим наши миссии, получим наши заслуженные 10 токенов. Ну и на сегодня будем уже заканчивать. Спасибо большое, что досмотрели до самого конца, дорогие друзья. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, ставить колокольчик обязательно и подписаться на группу ВКонтакте. Ссылка на нее в описании. С вами же был Чинаски, я вас всех люблю, увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи, дорогие друзья, и пока-пока.